Меня зовут Володин Юрий, и вот неоднократно я уже выступал, время пошло. Вижу всю одну большую проблему, гигантскую проблему. Мы часами просто тратим время, обсуждая еду, обсуждая технологии, обсуждая какие-то там проблемы насущные, семейные. Но мы вообще думаем, а мы вообще доживем до следующего дня. Этим вопросом я озадачился где-то 8-7 лет назад. Я был плюс 16 кило, я заработал первые хорошие деньги. И подумал, а что же это мы такие успешные, все такие богатые, хорошие, а в 30 лет мы уже видим огромное количество людей с инфарктами, с раками, дети почему-то рождаются с диатезами, различными формами аллергии. Мне это очень не понравилось. Я решил, что в этот раз я пойду и свое внимание уделю воде. Ведь мы начали эту презентацию с того, что 80% – это то, из чего мы состоим, вода. А я добавлю, 90% болезней, которые мы приобретаем в течение жизни, это из-за вашей обезвоженности. Я также немножко озаботился тем, что я хочу не просто воду делать, а хочу делать воду живую. Воду хочу делать премиальную, дорогую. Я хочу ее продавать тем людям, у которых есть запрос. Я хочу продавать воду, которую мы будем поставлять по всему миру, и не будет насыщены полки итальянскими или французскими водами, а российской, крутой, офигенной российской водой. Вот, собственно, вода, которая делает вас богаче. Проблема на самом деле большая. Мы все думаем, что мы такие молодые, красивые, все у нас хорошо, а уже в городе проблема, что мы не можем достать хорошие продукты. А про воду я вообще молчу. Это целый лабиринт. Мы не знаем, мы не доверяем, у нас нет стандартов качества. Я за эти 5 лет стал экспертом в воде. Я стал первым в России водным сомелье, чем очень горжусь. Теперь я воспитываю рестораны, помогаю им создавать меню, рассказываю, какую воду пить, как ее компоновать. Мы вообще меняем жизнь людей. Русаквелли – это клуб. Это люди, которые, это единомышленники, успешные, для которых 50 рублей не вопрос. Вопрос, как они доживут до завтрашнего дня и сделают максимум, что в принципе можно сделать. У нас нету таких заводов в России, слава богу, и не очень. Мы нашли этот уникальный источник, красивый, он соответствует европейским нормам, а не российским. Наши нормы слишком слабые, мы в принципе не понимаем многое о воде. Мы создаем новую нишу, это правда, это так. Мы с нашими знаниями, с моей вообще, в принципе, пониманием философии в голове, мы просто меняем сознание людей, меняем образ жизни. Многие люди нас просто благодарят за то, что мы пришли и рассказали то, что мы знаем. Да, мы создали бизнес, который можно масштабировать, и в это я прошу инвестиций. Наш рынок просто по предварительным подсчетам, это то, к чему я стремлюсь, 5 ярдов. За 5 лет мы сделали оборот 50 миллионов. Это каждый год мы удваиваемся, хотя первый год мы отправили всего лишь один грузовик. Представляете, больше скажу, мы его просто подарили. Я вижу так, что 60 тысяч семей готовы открыть двери для нашего продукта. Средний чек на сегодняшний день составляет 5 тысяч рублей на воду. Красота, да? И мы создали этот рынок. Они покупают, ну, в среднем 2 раза в неделю. Вот и умножайте. Немножечко данных, так выглядит наша бутылочка. Кстати, дорогие инвесторы, именно эту воду вы сегодня пьете, я рад вас баловать. Наши конкуренты. На самом деле, что же нам нужно? На сегодняшний день мы поняли, что мы хотим выходить в цифру полностью. Мы понимаем, как это делать, для этого нам нужны инвестиции, нам нужна технология, команда и большие деньги. Если вы готовы и мечтали войти в водный бизнес, я вас приглашаю. Добро пожаловать и спасибо.